Этим утром из Ростовской области в Донбасс отправилась новая колонна с гуманитарной помощью. Более 40 автомобилей выдвинулись из Донского спасательного центра МЧС. Они везут в Луганскую область более 400 тонн продуктов, медикаментов и стройматериалов. На границе все фуры пройдут досмотр и таможенное оформление. Отмечу, что этот гуманитарный конвой уже 53-й по счету с августа 2014 года.